очень много пузырьков выкапываю. Я все надеюсь поднять царский, но это все советское. Ладно, да ладно. Смотрим. Всем, ребят, привет! Сегодня очередной выпуск, даже не очередной, а продолжение. Сейчас я еду с копа. Вот, и в школе нам с сыном в первом классе дали задание. Нужно сделать поделку. Поделку на тему, что-то связано с осенью. Ну, в общем, нужно из желудей, из шишек, из палочек, веточек, листиков надо что-то сделать. Поделку я начал делать, но не хватает кое-каких запчастей. Зашел я вот сюда вот, мимо ехал, видел здесь старое дерево, сухое. И мне нужно было сухие листья, веточки для своей поделки. Если интересно, поделку я фоточку приложу, что у меня получилось. Ну и здесь вот идут разбор старого дома. И решил заскочить, посмотреть, что у нас здесь может быть. В принципе, находится на старой улице. Вот, и хочу посмотреть, что. И когда я сюда заходил, сразу увидел довольно-таки интересную находку. Сейчас я ее вам покажу. А находка у нас, вот смотрите, пузырек. Пузырек старый. Зачетный, классный пузыречек. И сейчас я хочу здесь вот прозвонить при помощи металлоискателя и посмотреть, что у нас может здесь выйти. Расколонные бутылочки все-таки, вот видите, старое донышко такое. Так что здесь может быть еще что-то поднять можно. О, смотрите, кругленькая зелененькая, наверное, советик какой-нибудь. О нет, ребята, нет, это у нас царь, царская монета, 1896 года, двушка, вот эта монета, офигенно, классно, находка есть, ребята, есть, сейчас тихонечко здесь пошумим и посмотрим на результат. Итак, ребят, очередная монетос. Очередная монетка. Монетка медная. И это у нас 2 копеечки. Медь. Вероятность 24-го года. 100%. Вот такая вот монетка. Зачет, вторая медь с этого места. Продолжаем. Итак, очередной монетос. И снова царская. Царская двушка. Офигеть. Советов нет, одни цари. Третий с этого фунда. Аквариаюсь я, наверное, минут всего 15. И то клочками. Не шурфлю, а там, где звенит. Конечно, водочных пробок и всяких там микстур полно, крышек. Сигналит очень здорово. Но, блин, если сигнал хороший, медный, это вот такая вот царская монета. Зачетно. Итак, ребята, чудный сигнал, вообще чудный. Ну и находка зачетная. Смотрите, какая большая. Николаевский образец. Это у нас пятак. 5 копеек 1870 года. Класс. Пусть он и затертый, но как находка просто чумовая. Блин, как мне здесь нравится. Обожаю место это. Уже обожаю. Жалко, у меня времени совсем чуть-чуть осталось. Но сюда я вернусь. Классно. Смотрим. Итак, ребята, я в шоке от находки. Находка, смотрите. Здоровый. Ай-яй-яй. Жалко, утраченный.
Вот такой здоровый крест. Офигеть. Немножко помятый. Ай, это я его помял. Вот такая вот небольшая вмятина, но это поправимо. Жаль, утраченный. Вот такой здоровый крестяра. Я в шоке от этого шурфа. В шоке. Такие находки. И это все только в углу. В углу. Здесь, не знаю, ничего здесь не должно быть. Вся масса находок будет, наверное, около входа. Здесь вот. Но уголок. Не знаю, может, здесь был красный угол. И вот с красного угла вот такой вот крест. Классно, классно. Обалденно. Очень глубоко было. Сигнал был. Аська поймала. Так что классно. Смотрим. Итак, ребята, этот шурф мне все больше и больше нравится. Копаю я всего-навсего вот такой небольшой участок. 2 метра на полметра. И столько я бутылок уже поднял. Вот очередная бутылочка торчит. О, смотрите, какая. У меня такой еще нету. Ух, какая красивая. Имеется надпись. Москов Техонхимия. Мяти. Надписи на гранях бутылочки. Классная бутылка. Мятная эссенция. Я и Леви. Смотрите, какая надпись. Я и Леви. Мятная эссенция. Лаборатории Московская техническая химия. Офигеть, вот это да. Знаете, сколько я здесь уже пузырьков поднял. Вот еще один красивый пузырек. У меня такого нету вообще. Пузырьков много. Жаль, многие битые уже. Вот они, битые все. Такие пузыречки. Ну, зачетные пузырьки я вот складываю. Вот смотрите уже, какое количество классных пузырьков. Вот тоже зачетный такой. Вот. Вот такие вот целые пузыречки я уже поднял. Много битых, к сожалению, очень много битых. Ну ладно. Возвращаемся в свою ямку. Ямка совсем маленькая. Представляете, вот такая вот. А находок уже кучу сделал. Тем более таких шикарных. Царские монеты. Крест. В общем, класс, 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 класс. Продолжаем. Итак, ребят, продолжаю я шурфить. Поднял еще несколько находок. Но они неинтересные. Советская копеечка 40-го года. Патрон. В общем, такого рода. И вот с этим углом я, пожалуй, закончу. Многие копатели шурфят. Смотрю я много шурфов. Рад за ребят, которые находят здесь находки. Но они иногда шурфят совсем неправильно. То, что иногда слышно по разговору. Давай на штык лопаты, на два и все остальное. И хватит. Но нет, ребята, надо шурфить до тех пор, пока находки есть, пока засыпка вот именно вот такая вот, хорошая. И шурфить нужно до самого маяка. Что такое маяк? Это плотный такой грунт. Он бывает из песка, вот как в данном случае вот такой вот грунт. Вот. Либо чистый песок, то есть засыпка-засыпка, чистый песок. Или засыпка-засыпка, и хлоп, пошел, как говорится, глина, там, чернозем, вот. И в данном случае я все закончил здесь. И сейчас я буду переходить с другого места. Как вы видите, мне кидать некуда было. То есть за пределы фунда я не мог ничего выкидывать. Сложил я вот слева от себя. И теперь вот эта яма, которая образовалась, я вот эту засыпку просто-напросто вот сдвинул. Специально я ее не раскидывал далеко, а делал такую горку, чтобы было проще засыпать. И начну с горки. Горку всю смещу сюда. И то здесь у меня будет уже чистый такой прозвоненный от сигналов материал. Так что я буду отсюда потом сбрасывать сюда. И так далее. Тоже такую же траншею выкопаю. И оттуда сюда. То есть вот такими вот ступенями я буду все это делать. Вот такой вот у меня здесь получился фундамент. Не знаю, на сколько дней у меня здесь получится зависнуть, потому что уже сколько? 2 часа вот такой вот участок шурфил. 2 часа.
И находки меня просто, блин, радуют. Особенно очень большое количество бутылочек. Сейчас я посмотрим. Вот так вот камеру сделаю. И в прямом эфире вот этот вот участок на себя. Да, кстати, аккуратно, когда большое количество бутылочек, аккуратнее втыкается лопату. Опа, вот смотрите. Ой, блин, вот такой вот пузырек. Тоже нефти что-то какое-то написано, как вы видите. Одну я находил бутылку, там прям чистое такое, знаете, масло черное. А это вот какое. Нефть, что-то такое связано. Ну, я вам показывал, бутылочка была, там хим какой-то чего-то. И вот очередная такая бутылка здоровая. Жалко, конечно, разбитая. Ну ладно. Сейчас я вам еще продемонстрирую. Срежу небольшой участок. Может, выпадет целая бутылочка. Не знаю, посмотрим. В прямом эфире тяжело это все что-то делать. Кирпич, от кирпича я стараюсь избавляться. Сразу выбрасывать. Вот, смотрите, очередная бутылочка в прямом эфире. Смотрите, какая классная. Зачетная. Класс. В прямом эфире бутылочка. Небольшая трещина здесь имеется. Ну все, продолжим. Всем гостям моего канала рекомендую подписаться. Здесь вы увидите много интересного видео, что связано с металлопоиском, и полезной информации. Будь всегда первым при просмотре новых видео. А для этого тебе надо подписаться, нажать на колокольчик, поставить галочку, и ты будешь первым оповещен о появлении новых выпусков. Итак, ребята, такой пузырек нашел. Жаль, что он разбитый. Я даже сказал бы, что это лучше, чем с символикой царской. А, надпись, смотрите. Троица Сергея Лавры. Смотрите, здесь храм. Святой Грааль вечной жизни. С другой стороны еще надпись. А здесь у нас, видите, силуэт святых. Вот этот тюбик был. Вот эта бутылочка. Это лучше. Лучше, чем символика царская. Обидно, что он разбитый. Вот это да. Вот это находки здесь. Просто очуметь. Классно, продолжаем. Итак, ребята, блин. Бутылка за бутылкой, бутылка за бутылкой. Показывал только что вот такой вот обломок. Вылез сразу вот такой вот обломок. И появился еще один пузырек квадратный. Сейчас мы вместе с вами будем смотреть. О, он целый. Ну, у меня такие есть. О-о-о! Ребята, моя мечта сбылась. Смотрите, что. Блин. Бутылочка с символикой царской. Блин, это моя была мечта последняя, которую я хотел найти бутылку. Кто видит меня постоянно на видеокопе, слышал, что я говорил. Вот это находка! Вот это бум, детка! Офигенно, блин, блинский. Вот это, блин, чумовая находка. Офигенно. Монеты как-то банально, но вот такие вещи просто шикарно, шедевры. Офигенно, блин, я прям в восторге. Бутылка за бутылкой, ребята, у меня поднимаются. Я уже, знаете, такая здоровая уже коллекция. Ну, блин, это всего на метре, метр на метр. Я не знаю, как, что здесь такое был, схрон бутылок, что ли, или что. Но смотрите, какой еще объем здесь работы. Огромный. Я всего-то вот копаюсь в уголке, где не должно быть шикарных находок. Угол – это не особо такое место. Проходные места нужны, проходные. Ох, вот это да. Сейчас обязательно кофе. Кофе заслужил с сигаретой. Обязательно.
Все, продолжаем. Итак, ребята, здесь вот я уже лопату не просто так втыкаю, а уже срезаю очень нежно, легонечко. Потому что бутылки, как вы видите, вообще зачетные. И сейчас выпал монетос. Монетка. Не знаю, что это за монета. Пока ничего не проглядывается. Так, это Николаевская, наверное, трешка. Проглядывается силуэт. Это у нас трешечка. Год, к сожалению, сказать не могу. Вот такая вот монетка. Продолжаем. Продолжаем. Классно. Смотрим. Итак, ребят, у меня очередной монетос. Монета достаточно крупная. Фух. Немножко подустал, потому что делаю двойной труд. Сначала выкидываю сюда, а отсюда, когда набирается холм, выбрасываю уже вот за этот вот предел туда. Потому что места мало, не хочу я засыпать весь грунт, который непрозвоненный. Так что приходится мне двойной труд делать. Выкапывать сюда, а потом туда. Ну и находка, как вы видите, вот она. Блин, думал монетос. Лежит он вот так вот. Звенел он цветным. Думал монетка. Зря болтал. Ладно. Вот такая вот медная шайба. Смотрим. Итак, ребят, помните, у меня был видеоролик, где я находил такое здоровое яйцо стеклянное. Непонятное, что это такое. Так я и не получил ответа, что это такое. Говорили, что делали такие специальные камушки для куриц, чтобы они в свое время по старине неслись. Ну, не знаю, зачем тогда делали из стекла. Ну, к чему я этот разговор завел? У меня еще одно такое яйцо. И вот смотрите, какое оно. А яичко, смотрите. Вот такой вот. Здесь вообще идеальной такой формы. Но здесь вот отколто. Не знаю, со временем, может быть. И здесь тоже. Вот такое вот яйцо. Интересно, забавное яичко. Переливается такое стеклянное. Не знаю, что это. Может, стекло, но зачем? Я не знаю, как так вот можно было идеально вылить стекло. Прикольно? Прикольно. Заберем. Заберем, может, кто подскажет, что это такое за стекло в виде яйца. Причем литое, цельно литое. А это просто откалывалось, походу, или что-то в этом роде. Не знаю, не знаю. Посмотрим. Так что жду от вас комментарий, что это за яйцо такое. Большое достаточно. Ладно, продолжаем.